Ну что, welcome back to my channel, дамы и господа мормоны. Приветствую на канале. В общем, сегодня у меня была прекрасная рыбалка с новым инструментом от компании SEEF, который прислали мне для теста. Это палочка, новинка SEEF SUB ZERO. Новинка. Многие уже компании выпустили спиннежочки с тестом до 0,8 грамм, до 0,5 грамм. У SEEF ничего не было. И тут как гром с неба бабах, такая информация, что появилась у них новая палочка. Значит, по характеристикам. Значит, 1,60 м длиной, medium fast, тест 0,1,08. Максимальный тест по шнуру 0,2 PE. Торей нанометр карбон 40T, такой же как Zero Air Тарзайты в титановых рамах. В общем, такой вот деликатнейший инструмент. Сейчас я вам его покажу. Вот давайте на снегу. Это вот такая дирижерская палочка, вот с таким строем, medium fast. Она действительно, она сохранена в концепции Zero Air, такой же быстрый спиннежочек с невероятно живой вершинкой. Этот сохранился точно таким же. Концепция абсолютно такая же. Очень деликатный, очень легкий, всего лишь 33 грамма, 33,1 весы мои показали. Отличный инструментик. Здесь вот даже на рукоятке есть такая пасхалочка. АЦ вверх, Б вверх, БА вниз. Кто играл в Mortal Kombat, там загуглят. А может, на память помнят. Кто не играл, посмотрит, что это за комбинация. В комментариях напишите, кто посмотрел, кто знает, что это за комбинация. В общем, такая вот пасхалочка на рукоятке. В общем, из рукоятки. Что? Такая вот маленькая, коротенькая. Вот этот выступ рукоятки 3,5 сантиметра. У Air она 6 сантиметров, ну практически в 2 раза длиннее. На что это может влиять? Ну, во-первых, она не все может лечь в ладонь, в руку. Кому-то она покажется короткой, у кого лапа здоровая. Мне вообще отлично легла, никакого дискомфорта вообще не было. И второй нюанс, это может быть тот, кто использует не пластиковый подсак, ой, подсак-держатель для спиннинга поясной, куда с катушкой он вставляется, отлично держится. А кто использует поясные сумки, там есть всякие петельки сделаны или еще что-то, то вот этой длины, возможно, будет не хватать, чтобы при постановке она удерживалась и не падала. Это я не знаю, на самом деле, будет ли так. Но первое предположение с короткой рукояткой связано, это именно вот эти два момента. Как ляжет в руку и как будет держаться в подстаканнике. В таком, в пластиковом, у меня проблем нету, все держится. Колечки маленькие, не крупные, тарзайты. Значит, диаметр вершинки у нас, значит, вот здесь вот после последнего раннинга, вот здесь у нас 0,6 миллиметров, а сюда у нас уже стачивается она к 0,5 миллиметров. Здесь вершиночка 0,5 миллиметра. Соответственно, тюльпанчик стоит обычный, не противозахлестный, потому что, насколько я в курсе, у Fuji нету противозахлестных тюльпанов такого мелкого размера под посадку на 0,5 миллиметров. Ну и плюс он еще может и добавить дополнительного веса, что тоже не требуется. В общем, стоит обычный, не противозахлестный тюльпан. Значит, это сразу же насторажит на к наисторожнейшему обращению с инструментом. Просто надо всегда следить за забросом, чтобы нигде шнур не обернулся на забросе, потому что у вас может быть перехлест и поклевка случится рыбы. Она может вам, допустим, там рыба какая-то, окунь, щука, там карась, я не знаю, огромный, просто резкий удар, дых, вам клюнет, и у вас шнур обвит вокруг бланка, и фрикцион не сработает, и просто облом вершинки. Также может быть и на вываживании. Просто начинать вываживать рыбу, она начнет делать рывки, у вас фрикцион не работает, все. Поэтому всегда внимательно каждый заброс, прежде чем закинуть, проверили, шнурочек поддернули, что он через колечки проходит, забросили, не дай бог, что не так, сразу же надо обращать внимание. Иначе, может быть, грозит поломкой просто на деликатнейшей. Строй, ну просто рапирочка такая, ду-ду-ду-ду-ду.
Я уже отловил рыбалочку, я уже закончил, эмоции свои получил от сенсорики, от вываживания. Блин, конечно, не знаю. Мне прям зашла и длина зашла 160 сантиметров, и строй зашел, и сенсорика прям, ну не знаю, прям вообще нету ничего плохого. Вот единственный момент меня только смущал, как рукоятка ляжет в руку. Прям легла вообще мне отлично. И длина 160 сантиметров, так как я люблю коротыши, полностью меня устроила. В общем, огонь, палка, что я могу сказать. Главное, аккуратное обращение. Ну и поэтому... И да, при том же помещении ее, так скажем, чехольчик очень-очень аккуратно при помещении изъятии этой вершиночки, ну он прям 0,5, можно прям пальчиком где-то там, я не знаю, там чересчур давануть и заломить, прям надо быть очень-очень аккуратно. Я ловил сегодня окуней. Осквернил ее окунями, так скажем. Палка, в первую очередь, для меня. В первую очередь, для ловли белой рыбы. Мирной белой рыбы. Прям вообще огонь. Работал вот с этими деликатнейшими весами. 0,1-0,3. Прям вообще отлично. Я сегодня использовал 0,1. Голову вольфрамовую. 0,15. И один раз 0,2 поставил. Выше не ставил, прям вообще нету надобности на таком деликатном прутике что-то выше использовать. Я даже не знаю, как он будет с 0,5 граммами плюс приманка работать. Ну, заявлено до 0,8, но мне кажется, я бы 0,3-0,4 грамма плюс приманку бы выше бы уже вообще бы не поднимался. Ну, у меня в арсенале нет, у меня есть 0,04, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3. Все, дальше у меня нет весовых категорий, которыми я ловлю мормышингом, наноджигом. На этом у меня заканчивается. Поэтому прям вообще на таких весах палочка заброс просто отлично бросает вот этот быстрый строй. Хлесткая вершиночка. Вот так заброс сделать вообще классно. Заброс отличный, сенсорик отличный. Блин, прям вообще кайфово. Так что если кто-то хочет себе рассматривать его для инструмента, которым вы не будете превышать вес 0,3 грамма в ловле своей морма, если это вам край, который вам доставляет комфорт в ловле, прям вообще палочка будет просто конфетка для этих целей. Мирную рыбку половить, бель, плотву, я не знаю, кто хочет карася половить, он вам его сломает, но это тоже можно сделать. Прям потаскать само то для ловли окуней, там всяких есть эйр на Назера, его достаточно, и можно там и дропшот, и джигрик, и джиг, и все что хочешь, и пелагический, и донный, и грамм, и полтора, и хосты в гриву, и граммом. Но если вы уже созрели к тому, что вам уже не интересно ловить каким-то инструментом с разным возможностями, а хочется специализированную, так скажем, палочку, которая будет работать отлично с мелкими легкими головочками, приманочками, то вот этот инструмент вам будет просто незаменим. Ну и опять же, если вы только новичок, не ловили, еще только познаете, что такое мормышинг, конечно же, я, как и всегда, говорю, что такой инструмент не для новичка. Сначала нужно половить чем-то, понять, в какой весовой категории вам комфортно, в какой некомфортно, что вообще, да как, обращение с такими деликатными снастями. И тогда, если у вас есть уже этот опыт, смело берем, кайфуем, радуемся, но обращаемся осторожно, потому что очень-очень деликатный инструмент. Ну, в общем, вот так вот немного. Первое впечатление о спиннинге. Рыбалочку я закончил, вы ее сейчас посмотрите. Половил я, к сожалению, только окуней, бели нету. Бели будет когда-нибудь, когда все растает. Прудики, пойдем ловить бель. В общем, как-то так. До новых встреч. Пока-пока. Приятного просмотра. Так как бели тут нету, да, на этой речке, пока окунь, буду ловить окуня. Мормышка 0,15 грамма голова и плюс, кто он там, маленький полярис. 1,2 дюйма. И сейчас попробуем. Уровень воды высоченный. Весна.
напор воды сбрасывает, прет. Офигеть какой. Поэтому все затопило. Как сегодня сложится рыбалка, черт его знает. Но на этих разливчиках может зато теперь держаться прибрежный окунь. Потому что кругом бурлилка, текуха. А здесь такие комфортные места, где он может встать на границе с течениями и стоять. Поэтому будем пробовать найти рыбку. Вау, ребята, вот что ли кто клевал. Блин, ну насколько это звонко, это конечно не передать словами. Знаете, когда вот уклейки бьют звонко, вот этот вот мелкий также такой всосал приманочку. Так, самое главное перед каждым забросом проверять, что у вас шнур через кольца проходит свободно, потому что тюльпанчик у нас не противозахлестный. Обернуть вокруг него шнурком очень и очень легко. Может быть, на забросе это легкой мормышкой 0,15 грамма вы не нанесете никакой беды. Но если вдруг вы забросили и у вас заброс получился, и кто-то клюнет толстенький или ком шнурок может схватить и резко потащить, то такую вершиночку обломить очень и очень просто. Поэтому проверяем, чтобы перед забросом все было хорошо. Вот. Хо-хо-хо. Еще один. Это тоже такой. Уже прям почти можно за окуня назвать. Уже грамм 20. Рыбка. Огонь. Вот здесь вот попытаемся доловить. Поклевочка была прямо у самого берега. Либо стоял, либо сопровождал. И уже в конце решился на поклевочку. Но кто-то не крупный, как первый, наверное, кушок. Ну, либо просто нежно за хвост прихватил. Поклевка такая была деликатнейшая. Опа. Вот он. Эх, конечно, окунь это. Зашибись. Но все-таки я бы сказал, инструмента для ловли бели, для кайфа, для окуней достаточно на Zero Air. А это смычочек, конечно, хочется деликатных поклевок, подач для соблазнения именно белой рыбки, плотвички. Сложно мне пока привыкнуть к звонкости, когда задеваешь вот за такие кочки травяные, которые там затопило и торчат под водой, там проводку делаешь, цепляешь за травинку, и сразу хочется, ну как хочется, сразу делаешь резкую такую тук подсечку, думаешь, а поклевка. То на следующем забросе бросаешь, опять там же где-то получаешь такие же ощущения, и уже на третий раз понимаешь, что блин, все-таки это трава там, которую ты шкрябаешь. О, сейчас поклевочка была. И что не надо подсекать, задевая за траву. Поэтому звонко, конечно. Сухой звонкий бланк дает понимание всего, что ты касаешься. Так, забросим. Попробуем доловить. Только что здесь была потяжка. Это уже точно была не травка. Потому что до этого на этом месте я ничего не цеплял. А сейчас прям была потяжка. Явная, характерная. Опять какой-то микроокунь пытался съесть поляриса. Так, ну давай. Блин, потрясающая, конечно, анимация у палочки. Малейшее касание. Касание не, не,
малейшее движение кистью вообще моментально заводит вершинку в зуд, в анимацию. Вообще потрясающе, конечно. И окунь тоже это оценивает. Да, сухой звонкий бланк в стиле Nanozero Air, такой же быстрый, относительно звонкий, с вершинкой такой информативной очень. Так, быстренько, пока там не зацепились. Опять малейшая анимация кистью, все передает на вершинку. Давай, давай, окушок, провоцируйся на поклевочку. Так, после обрыва сейчас, значит, поставил вольфрамовую голову 0,1 грамм плюс приманка. Будет у нас в общей сложности где-то, ну, 0,12-0,13 вес. Так как 0,15 было до этого, плюс приманка была там около 0,18 грамм, решил сделать легче, чтобы не цепляться даже вот за эти кочки, которые здесь под водой затоплены, чтобы как-то более приманка проходила в пелагике. Больше шансов у меня было ни за что не зацепляться. Ну и вот сразу же на забросе легкой приманочкой, легкого веса, мелкий окунь отозвался. Смотрите, какой-то мужик идет в забродном костюме, хрен знает откуда, во время паводка по реке, в руках пакет. Интересно, что он мог делать, где-то сеть забубенить, поставить. Удочки нет, рюкзака нет, ничего нет. Прям вообще одни вопросы и ни одного ответа. У него даже это не забродный костюм, а какой-то ОЗК, как он там правильно называется. Он прям стянул с себя его, скрутил и в пакетик. И все, и в тех же башмаках, в которых был, остается. О, вот это тоже радует. Такой побольше. Сейчас в мешок, хоп, свой ОЗК и готово, и пошел. Все, не надо ни башмаков дополнительных, ничего. Ну, одно условие, главное не проткнуть их во время путешествия, чтобы башмаки остались сухими. Ну, какой-то, походу, работник на территории. Интересно, интересно, куда ходил дядька. Опа, после зацепа сразу окунь подобрал. Зацепился, отцепился, и окунь зацепился. Опа. Нападение кто-то хорошенький схватил. Ох, как палочка. Ой, окушок-то там 30 грамм. Она такая уже. Приятненько гнется. Вот такой вот сегодня пока толстенький самый. Есть, 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 есть. О, хороший. Ну, хороший такой же, может быть, потолще чуть-чуть. Блин, вообще палочка в дугу просто потрясно.
Так, 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 друг мой. А что ж ты съел-то так? Вкусно так, что ли? Сейчас, подожди, все будет быстро и безболезненно. Крючки-то безбородые. Напоминаю любителям рыбалки в стиле поймал, отпусти. Начните применять уже безбородые крючки. Поверьте, вы не будете сливать рыбу. Все будет у вас точно так же, как и на бородах. Абсолютно. Главное держать натяжение на вываживании. Зато вы приносите меньше травм рыбке. Это 100%. Бородка никуда не цепляется. Даже если он вдруг заглотил глубоко и вы попадете в жабры, то все легко освобождается. И рыбка бежит дальше. Поэтому подумайте, подумайте. Ловлю уже много лет. И одни только плюсы. Так, поставил лайтбейта. Сейчас общий вес будет потяжелее, конечно. Потому что лайтбейтик будет потолще, по весу побольше, чем полярис. Поэтому сейчас, наверное, общий вес на голове 0,1. Будет, наверное, под 0,15, мне так кажется, уже грамм. Хочется просто проверить. Чуть покрупнее приманку. Может, все-таки окуни чуть толще начнут клевать. Может, вообще поклевки прекратятся. То, что даже мелочь не станет брать. В общем, посмотрим. До очередного обрыва покидаем. Ну вот, на втором забросе вайтбейтика съел, и такой, да, действительно неплохой экземпляр рыбки. Давай-давай, с течения кто-нибудь выскочит с границы. Кто-нибудь толстый, кто патрулирует, стоит его. Да уж, патруль. Эй, в камеру не брызгай мне хвостом, анчоусы. Так, закинем чуть дальше. Перекинем эту ветку, за которую цепляется. Может, там за ней кто есть. Да-да-да-да-да. Получается, говорю, там какая-то веточка лежит, за которую я цепляюсь. И вот где-то там окушки неплохие имеются. О, ну это вообще, толстяк. Грамм под 50, если не больше, прям трофей ручья сегодняшний. Чух, палочка в дугу, конечно. Просто, 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 просто. Опа! Рискую, но... Вообще огонь. Ну-ка, покажем тебя. Давай друзьям, нашим рыбачкам. О! Ого, все как тут срослось. Прикольный. Давай. До свидания, дружочек. Спасибо тебе. Огонь. Есть, 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 есть. Ну вот.
Ну, поменьше, конечно, но тоже неплохой. Эх. Опа. Потрясающе. Окунечек хороший. Но в этот раз не уйдешь. Я фрикциончик подзатянул, чтобы он не расслаблялся. На поклевке так звонко. Посмотрите, вон. Палочка. На рыбке, блин, в 30 грамм гнется. Так, сейчас попробуем заброс вниз вот так вот. Течением там немножко подобрала, она подзависла, и может быть еще так окуни выскочат на поклевку, но не только апстримчиком, возможно, есть еще и те, кто не выскочили апстримчиком, и тех получится расшевелить именно такой проводкой. Что-то кто-то толстый, не шнурок ли это? О, кабанчик. О, этого без подсадчика поднимать не рискнем. Потому что можно смело зацепить. Ой, вершинку заломить. О, ну не бонус ли? Смотрите, какой красавчик. Ну вот, откидывал с апстримчиком точку, теперь перешел и даунстримом, так, чтобы ее приманочку на течении приподнимала. Вот такие вот, наверное, друзья и клевали, которые у меня при подсечке растягивали фрикционы, и я не мог их засечь. Огонь. Прям горбач-горбач. И кривой такой. Опа. Красавчик, спасибо, толстячок. Так, ну что, наверное, этим горбачом мы закончим с этой точкой. Да пойдем дальше. Надо еще успеть проведать какие-нибудь точки из ранее найденных. Правда, сейчас они будут все неактуальны, скорее всего, так как все затоплено. Но, тем не менее, попробую еще где-нибудь найти какие-нибудь разливчики, затончики. Может, еще удастся где-то зацепиться за рыбку. Ну, а нет, то, в принципе, этой одной точке уже можно сказать, что рыбалка удалась на славу. Нашел окуньков, половил, но хочется еще и больше и толще. В общем, ладно, все, пошел дальше, не буду терять времени.